В моем спортзале пополнение. Мешок с моей бывшей работы переехал в мой домашний спортзал. Надо это дело каким-то образом отметить. Получилось. Если долго над чем-то работать, обязательно будет результат. Чем внимательнее и ответственнее относиться к тому, что вы делаете, тем больше будет уровень качества. Не гонитесь за количеством. Ищите качество. Пока все.